Изымаемые из оборота денежные купюры номиналом 1000 рублей и 5000 рублей имеют достаточно высокое качество подделки. Купюры изымаются в основном из торговых точек, финансово-кредитных учреждений, банков и расчетно-кассовых центров. Анапчане, привыкшие к расчетам пластиковыми картами, не всегда могут распознать фальшивые купюры. Всего несколько простых манипуляций позволят убедиться в подлинности денежных знаков. Для того, чтобы распознать, подделка либо нет, у вас находится в обороте в руках, необходимо потереть серию и номер, так как краска нанесена на белый фон денежного знака. В случае, если купюра поддельная, краска серийного номера может размазаться. Кроме этого, на купюрах есть ворсинки от прокатного станка, которые при желании можно поддеть острым предметом. На фальшивых купюрах этого сделать нельзя. Есть и другие признаки. Лента, которая помещена вовнутрь купюры, может отслаиваться и имеет следы не заводского вкрапления. Кроме того, если купюра у вас в руках ветхая и имеет признаки склеивания из двух половинок, также означает, что данный денежный знак является поддельным. Сотрудники МВД ведут постоянный мониторинг. Проводится посещение торговых точек. Индивидуальные предприниматели получают подробные инструкции по определению фальшивок и номера поддельных серий. Отдел МВД по городу Анапа предупреждает, в случае, если вам попались поддельные денежные знаки, не старайтесь их сбыть. Уголовное наказание за это деяние может составить от 5 до 8 лет лишения свободы. Необходимо обратиться в отделение полиции или по телефону дежурной части 02.